Уже было найдено в земле за это время какие-то предметы, какие-то, может быть, кости, если считается, что здесь было захоронение погибших во время Кутузовского нашествия. Ну, для начала надо сказать, что эти работы производит Ивановская археологическая экспедиция. У них существует договор с подрядчиком на наблюдение за земляными работами. Говорить о чем-то сейчас преждевременно, поскольку отчет будет готов только осенью, но так как мы с самого начала с археологами работаем вместе и в полном сотрудничестве, то можно, со слов археологов, сказать, что здесь находят в большом количестве керамику, в основном 18-19 века, кое-какие предметы из металла, в основном хозяйственного назначения, но каких-то уникальных находок за время проведения этих самых земляных работ сделано не было. Как-то более полно на этот вопрос можно будет ответить осенью, когда они предоставят отчет. А следы захоронений были обнаружены, не были? Нет, никаких следов захоронений не было обнаружено, ни костей, ни отложений, ни каких-то земляных свидетельств о том, что здесь были какие-то могилы. То есть сейчас уже с достаточно уверенностью можно говорить, что легенда о том, что здесь были похоронены погибшие нишенцы, это только легенда? Нет, я бы не стал торопиться. Можно сказать, что вот на этом самом месте, вот конкретно здесь, где сейчас проходят все эти работы, никаких захоронений всего скорее не было. Или они были, но были раньше. Дело в том, что вся эта площадь, вся эта часть площади перед торговыми рядами была множество раз перекопана еще с 19 века. Во время строительства нижних и верхних торговых рядов сюда привозили землю неродную. Здесь часто проводили земельные работы вплоть до материка, и поэтому культурных слоев здесь как таковых уже нет, поскольку они перемешаны, и все находки, которые еще пока не являются артефактами, то есть все предметы в земле там перемешаны, как в салате. Там нет такой четкой стратиграфии. Но если что-то здесь находили раньше, то есть какие-то кости, то они уже, их невозможно восстановить. Вот это первое. А второе, возможно, действительно захоронения были где-то в другом месте, даже под спудом часовни. Туда же не добирались археологи, и там не проводятся земляные работы. Поэтому мы об этом не можем судить. Одно можно сказать точно, что в том месте, где проводятся сейчас работы и где осуществляется археологическое наблюдение, никаких костей не обнаружено. Вот и все. Как у человека, занимающегося историей, есть какое-то разочарование, что настолько скудная здесь под нами земля на исторический артефакт? Разочарование, наверное, и есть, но оно ожидаемое, скажем так. Поскольку действительно здесь велась бурная хозяйственная деятельность. И можно вспомнить даже тот же грандиозный пожар 1790 года, когда город, деревянный город, после этого пожара практически отстраивался заново. Естественно, проводились земляные работы, естественно, без археологического сопровождения. И поэтому культурный слой Кинешмы в этом плане очень сложный для анализа. Однако я думаю, что все-таки у кинешемской археологии есть большое будущее. Просто надо копать больше. И нужно осуществлять системные раскопки, а не охранные. И тогда, действительно, какие-то наши гипотезы, возможно, найдут нормальное научное археологическое подтверждение. Дело в том, что история Кинешмы 16-17 веков, особенно начала 17 века, состоит из легенд, мифов, предположений и гипотез, которые надо подтверждать. На чем основывается наше знание о событиях смутного времени в Кинешме? В первую очередь на работе отца Иоанна Альтовского начала 20 века, а также на легендах местных жителей, которые собирал Алексей Антипович Потехин. Есть, конечно, и русские письменные источники, и польские письменные источники, в которых о Кинешме практически ничего не говорится, Кинешма упоминается вскользь. И вот если собрать все эти письменные источники воедино, то получается такой кинешемский легендариум, на основе которого кинешемские краеведы, как предыдущих поколений, так и современные краеведы, высказывают свои предположения по поводу того, что же здесь все-таки происходило. Но мы не сможем сказать с точностью, если не будут проведены действительно археологические раскопки. Любые данные письменных источников, даже если это летописи, необходимо подтверждать археологией. И можно по-разному относиться к творчеству КБ «Стрелка» и к тому, что они предлагают для нашего города. Но если бы они не зашли на городскую территорию, Кинешму, возможно, не стали бы копать еще много лет, а то и десятилетий. Поэтому я считаю, что
в этом есть определенный позитивный момент. По крайней мере, сюда пришли археологи, они познакомились с Кинешмой, и, возможно, это знакомство продолжится. По крайней мере, мы на это очень рассчитываем.